тобой Читер-Крипер. Всем хайпочки, ребят, со мной я Читер-Крипер, и я сегодня бот. О, смотрите, что там валяется. Все, у нас 59 костей. Короче. И сегодня у нас будут новые мечи. Непонятно, как мы его и мы их достанем, надо ладно. Во-первых, нам нужно скрафтить верстак. Я уже вижу, кто этим занимается. Ай! Давай, работай. Вообще-то ты... Я тебе обложку сделал, все. Ура, все, я могу скрафтить себе верстак. И для начала мы давайте скрафтим первый наш меч. Это будет... костяной меч. Смотрите. Чего? Я какую-то палку скрафтил. Хороший урон. Так. Смотрите, вот этот вот нарукавник. И можно ударить по попке. Не. Погоди. Воздушный меч. Это называется. Меч без... Воздушный меч. Ну, он сейчас сдохнет. Смотри, как он быстро тратится. Сейчас. Там у меня остался последний удар. Сейчас. Все, сломался. Стоп, а как ты узнал прочность? У меня ничего такого не работает. Он просто очень быстро уничтожается. Все, он сломался. Представляешь, как он быстро ломается? Так вот. Деревянный меч. Следующий меч, да? Я вообще-то, посмотрите, у меня в руках какой. Это... Отдай. Новая разновидность, обычный. Ладно, сам скрафчу. А можно ли скрафтить меч из двух саженцев березы? А можно скрафтить меч из лайка и подписки? Я думаю, да, получится. Он будет очень сильным, я думаю. Да, подпишись, пожалуйста. Айкюсарик, можно у вас заняться челом, который делает вам... штуки непонятные, монтируют ролики. Нет? Ну ладно. Видишь эту кликбейт на обложку? Так вот, нам надо убить два визора. Этим мы займемся прямо сейчас. Сначала... растительность не работает. А может все-таки скрафтитесь? Сейчас. Все. Смотрите, мы получили это мой верстак. Ну ладно. Это мой верстак. Пельмени. Хорошие пельмени. Это вот, я заладал, ура! Так. И следующий еще. Надо скрафтить каменный меч. Дальше нам надо скрафтить. Так. Это обычная разновидность мечей. Нам нужно добывать рясы, чтобы крафтить новые мечи. Короче. Вроде как его забежать. Вроде... Один меч. Песочек. Нет, из песка нельзя делать. А что если скрафтить самый базовый меч? Кстати, а как вы думаете, а можно скрафтить землевой меч? Я думаю, да. Меч из земли. Так, у него одна атака. Он такой же, как... Грязевой меч такой же, как и палка. Поэтому уж не крафтите его и возьмите просто палку. Вы и палку потеряете, и несколько земельки. Не крафтите его. Я вообще. Коллекционер. Так. Вот давайте проверим на 4 крипере. Кстати, у нас будет последний меч. Ну как? Ай! У нас будет последний меч. Больно. Очень сильный. Но мы его не получим. Ну ладно. Я на 4 этот меч. Этот меч. Дай как это сделать? Ай. Смотри, какой красивый меч. Это что это? Это каменный? А нет, это из глины. Нет, это меч из песка и камня. Точно. А вдруг из гравия тоже крафтится? Из гравия? Ну, надо проверить. Кстати, для следующего крафта нам нужна кожа. Как там поживает моя глина? Не работает. Я тогда буду еще себе
собирать дерево. Так как я собираю, так как я шахтер и собираюсь в шахту. Так, вот у меня вот на вершине стоит. Давайте скрафтим. Опа. Клиновый меч, 3 атака. Вот неплохо, неплохо, так сказать. Какой еще меч? Кстати, вот я пока пойду поищу коровок. Что-то их вообще коровок нету. Но нам для счастья нужны коровки. Я, если так, что, прям просто иду. Так. Я там увидел скелет, если что. Но... Вы тоже увидели там скелета? Опа, новый вид мечей я скрафтил. Каменный. Обычный. Обычный каменный меч. Это тоже неплохо. Погодите-ка. Да блин, здесь еще будет свинья. Прости, свинка. Я понял кое-что я очень съем. Важное. Вот что мне обязательно надо скрафтить. И свинки нам выпало достойно. Как будто бы меня кто-то загипнотизировал на то, чтобы скрафтить эту штуку. Вот стаковый меч не скрафтится. И на что я тогда дерево потратил? На что, я не понимаю. Давайте возьмем. Остается только взять и плакать. Рыба. Я пошел искать какие-нибудь необычные фрукты. Вот я, например, рыбу. Четвертый верстак. Че, у рыбы столько к жизни? У рыб больше, чем 5 милихапешек. Пипец какие. А, еще одна. Иди сюда. Я ходячий меч. Все, у меня 59 костей. Так, и вот я пошел, я нашел это, еще поем это. Какой новый меч? И мне выпало только одно. Я не окупился. Я сейчас купил. Иди сюда. О боже, как мне повезло. Опа. На меня рыба хотела напасть, но я ее быстрее съела. Блин, вот я не окупился. Мне очень повезло. Я не знаю, откуда я знаю эту песню. Так. Все. Опа, смотрите-ка. Нет. Даже не вздумай, не смей. Меня не скинешь. Так, мне очень, нам очень повезло. Смотрите, что у нас есть. Так, я наконец-то себе скрафчу эту... Простите. Я наконец-то скрафчу себе чертовую деревянную кирку. У меня есть, кстати, с собой 3 верстака, надо хотя бы один? Нет, я скрафтил свой. Зачем? Я не знаю. Так, крафтим каменный. Такого меча нет углевого. А вот гранитный... Округленного! Так, крафтим палки. Делаем каменную кирочку. У меня новый вид мечей, гранитовый. Из гранита? Да, из углей не крафтится. Ну и не особо аж хотелось, чтобы не жарить. Опа, уголь. Этот мод, если что, версия 1, так что... Нет, версия я не знаю какая. Этот мод я искал много, потому что я просто так 300 своих рублей потратил на один мод. Так вот, он не работал. Вообще-то не настоящий, хотя и нет даже... Ну да, я посмотрел, символично, что 5-6 реклам, и из-за этого ничего не получил. Ну просто шикарно. Ну что здесь скажешь? Я просто похлопал. Так, мы скрафтили себе печку, не знаю зачем, ну да ладно, пусть здесь стоит. Так, где железо? Ну, мне нужно железо. Сломанный Майнкрафт.
красивое течение. Вот так вот выглядит лава вблизи. Просто шикарно. Ты всего лишь так мало? Три. Чего три? Так, я должен перейти. Гуся, конечно же. А, ты гуся? Так это очень большая редкость. Тебе повезло, можно сказать. А! Я говорю. А! Я сейчас словно Майнкрафт нашел! Телепортируйся быстрее! Перенести кого-то у самих удачи так крипер. О! Покажи. Я его прибил вот этим мечом. Ну покажи словно Майнкрафт. Вот. Под водой вода. Я его здесь закрою. А, блин, закрыть у меня же нечем. Не, усадник, я не хотела ни в коем случае тебя не закрыть. Зато я закрою тебя. Еще моя железка. Да не дай мне железку. Нет. Мне надо скопать редстоун для нового меча. Мечи крафтить буду здесь только я. Я. Обложку кто делал? Я. И кто угадал с рецептом? Я. Я, зато я нашел редстоун. А я лазурит. У меня вот три... У меня три... У меня 12... У меня 2000... О. Смотри, что здесь валяется. Как? Откуда ты достал? Что? Кирку. Каменную. А. Она каменная добывается? Да. Ты что, не знал? Вот кто не любит Майнкрафт. Гадюныш. Да сам ты гадюныш. На. На, на. У меня гадюныш. Да, 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 да. Подожди, подожди, подожди. Все, отойди, не мешай. Я сдох. Телепортируйся. Посчитайте, сколько раз я уже телепортировался. В точку 4 крипера. Уже надоело, телепортни меня уже. Вот мой черед настал. Читеркри... Все, ты сейчас ролик затягиваешь. Короче, мы уже 12 минут играем. А давайте просто... Поставь на паузу, и мы добудем кучу материала. Да, я раз, два, три. Короче, мы продолжаем ролик. Мне читер крипер выдал. Нет, он читер! Короче, мне дал железку еще. Капец, ты сколько. Это какая-то глута лазурит. Да, согласен. Глута? Что это за слово ж такое? Что? Я сам не знаю. Как ты мог задохнуться в стене? У меня этот вопрос к тебе. Я телепортировался в стену. Окей, я тебя тогда прибью киркой железной. Нельзя воровать мои ресурсы. Нельзя воровать то, что ты не умеешь воровать. У меня новый меч. Нельзя воровать то, что нельзя воровать. У меня хороший меч, новый. Подожди. Не убивай. Ха! Тебе ничего не достанется. Я знаю. Ты же читер-крипер. Значит, ты читер. Значит, читера. Не дай, а читера. Читерует. Сколько я должен платить? Но зато у меня есть теперь штука, при помощи которой мы сможем не тестить урон с твоих кирок на мне. Все, я нашел то, что мне не надо было находить. Алмазы! Ладно, шутка. Не смешная шутка. Я знаю. Короче, сейчас... Подожди. Что сейчас было? Ай, я телепортировался. А где мой верстак? Слушай, я нашел, наверное, новый вид мечей. Ты какой? А! Я умру сейчас. Перенеси обратно себя сам. А я не умею. Вот в чем вопрос. Теперь умею.
сказал правду. Все. Ну, это, в принципе, не... Его упал. Кстати. Я вообще-то не... Мой верстак затопил! А, ладно. Забудь, что я сказал. Крафчу себе новый меч. Это красный меч. Блин. Он сделал с кнопок подписаться. Так, все, теперь у тебя 32 подписчика, понял? Не 30 идем. Это подписный. Дай проверю. Кто-то не подписал. А мальчик! Этот меч не работает. Все. Сжечь его. А можно его активировать? Нет. Он бесполезный. Я уж себе... Меня выкинуло! Нет! Нет! На такой грустной ноте мы закончим ролик. Ладно, шутка. Я вам и не показал оставшийся предмет. Из меня! Короче. Плохой. Подожди. Короче, ребят. Есть вот такой вот меч. Есть. Вот он наносит 7 урона. Он очень слабый. Есть вот такой вот урон. Он очень слабый. Он всего лишь... Он вообще слабейший. Смотрите. Иди, драконша! Давайте. Короче, ребят. На такой грустной ноте мы не закончим ролик, потому что... На радужный, который был на превьюшке! Сейчас... Ты вообще в курсе, что она не записывает? Записывает. Короче, ребят, сейчас мы... Я вымотался, я устал, я хочу пить. Ну, воды нет нигде, я не знаю, что делать. Ты сам меня сюда запорол, теперь сам ищи, ты же сам это все построил. Так. Смотрите, вот это меч, который был на превью. Ну что, вот на превью. С помощью каждого этого меча они очень сильные. Короче. Препаратируйся. Нет. Леща. Жесткого леща. Есть существо, которое намного сильнее. Я кажется... Знаете, что может быть? Мне кажется, я царапнулся. Смотрите, я хочу сказать из кресла, пока. Пока. Ну все, боже, И больше вчера грипера никто не видел. Я стукнулся. У меня теперь синяк. Вы, наверное, не знаете, кого я делаю. Вы вообще же не понимаете, кого я сейчас спамлю? Короче, смотрите! Я человек! Это Иисушитель! Он вертит головой! Я упал опять! Что такое? Смотрите урон бедрокового меча. Мало. Вот этого меча тоже мало. И этого. Смотрите, сколько он наносит! Ха! Я сейчас тебя убью! Вы можете что-то нормальное? Все! Ты можешь что-то нормальное подписчикам показать? Как ты убиваешь дракона, что ли? Ну смотрите. Убей дракона с одного удара. Короче. О, дизлайк от пизда. Короче, ребята. Я нашел всех от такого крыжа. Короче. Мы закончим на эту ноту, на том, что мы убьем дракона сейчас. На том, что читер-крипер пошел в стену. Да. Adios, amigos, guys. Я реально иду в стену. Он тупой. Короче, мы сейчас достроим наш шикарный портал. Теперь... Я вернулся и понял, что гусарник. Я там со стены посмотрел. Смотри!
Это Виза Роза. О боже, это пес, которого ты похоронил перед 100 серией. Смотрите. Да ты не так сделаешь, портал! Дай профессионалу. О боже, какое плохое управление. Здесь надо все ломать. Я тебе сразу говорю. А что я сделаю не так? Сейчас я зашаманю Абабуя. Призову. Все. Да, я призвал Абабуя. Короче, всё, смотрите. Я вам показал зал, как моя работает. Как работает. Все, пока. Моя миссия выполнена. Разулегаюсь на кровать. Пошел я на кровать. Короче. Ребята, я вам сейчас покажу мощь этого меча. Смотрите. Мы даже кристаллы не будем ломать. Смотрите, вот просто вот так мне вот. Мне интересно. Вот так вот делаем. Также себе надеваем, ну, на всякий случай броню, потому что я буду в желании сейчас его убивать. Чтобы дарклись что-то, что я отрастила, не брала себе. Так, короче, смотрите. Ждем Эндер Дракушу. Тебя сейчас выкинет. Я знаю. Закопайся. Смотрите, он летит. Поджидается. Ждем дракона. Правда, ничего не видно. Мы не найдем дракона. А? Все, он тебе плюнул в портал. Короче. Не стой так близко к порталу, отойди на 5 метров. Держи социальную дистанцию с драконом. На, смотрите. Такая дистанция. Та. Смотрите, какой урон. Он аж улетел такой. Досада такой. Что? Почему так мало? Почему так мало? Ну, такой. Не он сейчас восстановит все свои хпшки. Что я отсюда так поставлю? Так тебя сейчас он выкинет за 3-9 гусей. Ай, он меня скинул. Ах ты, падла белая. Ай. Что меня убивает? Так, за стол и... Я сейчас умру от чего-то. Короче, я вам покажу его силу. Так, Опа, все, умер. О, все, придумал. На этом я закончу. Всем пока.